идем дальше. Вот это вот, мы еще подойдем. Я каждый раз, я прошу прощения у Натальи из Сочи. Мы с ней никак не закончим, а уже скоро весна. Первое задание к ней было такое: найдите у себя плодоносящий фруктовый сад. Хотя бы один. Приходит от нее несколько фотографий, а у нее-то там же глина. Или, вернее, не глина, но назовем ее суглинок. Скорее всего, суглинок. Она жалуется на желтые почвы уже, желтизной. И вот получается так. Прислала фотографии, я сразу морду поворотил там. Видно, что деревья чувствуют себя плохо, плодов всего там. Ну, в общем, не климат, а еще деревья молодые. То есть пока найти не удалось. Ладно. И вот это к ней имеет отношение и не имеет. Дело в чем. Она меня все время пытается убедить, что ее способ закладки с улучшением почвы, почва действительно дерьмовая в ней. Вот, все-таки, и выхода нет, все-таки, чтобы она, и чтобы я убедить меня, чтобы я дал добро. И вот тут мы столько еще проблем, только из-за этой глинистой почвы, которую абрикосы терпеть не могут. Смотрите. Пока я цитирую то, что нашел. Это ко мне не имеет отношения. При осенней посадке, о качестве почвы нужно заботиться заранее. Заметьте, осенняя посадка. Вот. А кто сказал, что надо осенью садить? А когда она приживется? А если приживется, то у них почки в рост тронутся. Вот это они не знают. Осень это август, сентябрь, октябрь, ноябрь. Посадил. Она прижилась, а чуть потеплело, почки растронулись. Морозы, все убито. Но это они-то должны знать-то, те, кто берет нас учить. Вот эти вот долба, эти самые. Чуть не сказал. Но заметьте, я не успел произнести матерное слово. Как бы как долбуны, что ли, чтобы это, без мата. При осенней посадке, о качестве нужно заботиться заранее. Я вот не могу, как можно это самое, так рисковать? С весны следует подобрать место, где последние несколько лет не росли фрукты. Если вы весной подобрали место к садить, или это самое, весной, нахрена год-то терять? Лунку выкопать, да это ж потратно. Даже если вашу дебильную лунку огромную, да, пол кубического метра выкопать. И то на это понадобится здоровому мужику там 20 минут. Ну, 30. Нахрена целое лето эту лунку. Вниз укладывается снятый сверху дерновой слой. Трава обращена вниз. Ой, как мудро. А это обеспечит грунт гумусом. Оставшуюся землю смешивает золой. Напоминайте. Сухими листьями. А почему он сухими не мог? Или лиственным компостом, перепревшим навозом. А вы специалист по дерьму, нет? Сколько лет надо, чтобы навоз перепревал? И помещают внутрь ямки. Для глинистых участков рекомендуют добавить песок. Но это единственное, с чем еще можно согласиться, и то только это, знаете, самое. Если не делать так, как я учу. За лето землесмесь устроить. Да, конечно. Вот целый год терять только на то. Вот на это терять целый год. Ну, чтобы потом осенью посадить и часто, наверное, смерть. Прижиться надо. А дальше они, деревья, не знают, что ему делать. Ему надо засыпать, если холодно. Но стоит только вернуться теплу, а это постоянно случается. Почки, волос трогаются перед морозом. Яблоня будет собрана всем необходимым на ближайший сезон. Ой-ой-ой-ой-ой. У меня аж голова заболела. Смотрите. Берут, они делают так. Садят, видите? Вот. Это называется посадка на верную смерть. Я уже боюсь комментировать. Но только посмотрите, сколько они веток отрезали. Впереди морозы. Вы же осенью собираетесь это самое садить-то. Впереди морозы. Если же почки проснутся. Да их нет, у них все. Это же верная смерть. Это коллег из коллег.
это, любая рана, туда мороз полезет. Ну, еще в яму, которая еще провалится. А вы знаете, что когда вы сыпете минеральное удобрение, что они убивают бактерии? А вы знаете, что надо наоборот все делать, чтобы бактерии развивались? А вы знаете, эти специалисты, что от количества бактерий зависит плодородие почвы? Прямой пропорцией. Больше бактерий, это самое, плодородие почвы выше. И потом меня вот это убивает, знаете. Им же надо что-то написать. И он пишет. Для меня вот это самое издевательство какое-то. Что персик, вот фотографию опять же с интернета срябзили. Очень ценный продукт, оказывается. А мы не знали, вы представляете. Мякоть сочная, ароматная. Персик считается деликатесным фруктом. Персик рекомендуют детям. После болезни ослабленным лицам. Аппетит же получался. Нужно включить рацион питания. О, где ваши персики? Я вот это никогда не пойму. Где? Это то же самое, что пообещать сейчас. Слетайте на Луну. Походите по Луне. Там меньше, сила тяжести меньше в 6 раз. Так? Вы избавитесь на какое-то время от этого, от радикулита. Пока будет у вас меньше нагрузка на спину, на позвоночный столб, немножко там как-то подзарастет это. Осталось-то вопрос, слетать. Все правильно, там меньше сила тяжести, там можно подлечить этот самый позвоночник. А слетать-то как? А персик где взять-то? Вы же заранее все уничтожили, специалисты. Даже надежду уничтожили.